Короткое видео. Заехал Т-40 на ТО после сегодняшнего, вчерашнего рабочего дня. Вот, выявились некоторые проблемы, вот косячки. Вот, половина трактора раскручена. Сейчас перетягиваю все. Обе лодыжки снизу откручены были. А потом еще лонжероны. Спереди лодыжки откручены были. Но не так, чтобы полностью. Вот, но все равно. Вот, потом еще здесь кое-что подрезал педаль, подцеплялся ногой. Но факт в том, что трактор работает почти каждый день в делянке, и просто нет физически сил за всем следить. Плюс надо пилы каждый день обслуживать. Вот. Так что так, 2 месяца на убой в делянке он катается. Вот там вот фару чуть подделал, света не было. Вот, так что вот такие дела. Сейчас генератор надо подтянуть. Ремни. Вот, кстати, ремни Митсубоши. Хорошая штука. Вот. Даже толком-то износа на них нету. Вот, на них маслица немножко попала. Но ничего страшного.